Можете прям говорить. Привет. И привет, дай бог тебе здоровья, бабуля. Живи 100 лет. Чтоб тебе все хорошо было. Спасибо. Топор беру и тебе все время вспоминаю. И день нет, и что не вспомнила, клянусь. Вот день так. Нету, что не вспомнила, и чтобы я с ним как будто разговариваю. Хорошо. Так, спасибо большое за свой хороший. В этом году дрова нету, и вот свет целый день не было. И вот так сегодня я... не было света? Да, у меня не было, а так у всех было какой-то позади работало. Понятно. Вот так, и я замерзла. Ну, пойдемте, где подснежники посадили? Пойдем посмотрим, где посадила подснежники. Я думала, что снимаю тебе, и за это сняла, а то я боюсь, чтобы не простудить. Эту куртку сняла. Ну и зря сняли. Вот там пройди. Где? Вот там пройди. Где это? И возле этого, ту сторону. На трех местах я посадила. Я не стала разделить. Я посадила. Все вместе будет. А, все, вижу. Вот. Вот посадили подснежники. Господи, благослови, чтобы они росли. Аминь.